Друзья, всем привет! Сделал мужской кошелек. Его заказали в паре с вот таким вот женским кошельком. Они имеют подобный дизайн и имеют такую гравировку с датой, которую попросил непосредственно сам заказчик. Мужской кошелек из кожи растительного дубления. Полностью ручная работа, ручной шов, ручной окрас. Внутри кошелек имеет одну монетницу, три отдела под карточки, один такой скрытый кармашек и два отдела под купюры. В общем, получилась такая интересная модель. Я по-новому сделал застежку именно задней ее части, поставил две заклепки, также прошил, повторюсь, прошитый полностью кошелек вручную. Если вам интересный такой вариант, пишите мне в личку, буду рад ответить всем. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!